книге «Пожелания родному университету» Юлия Белкина пишет: «Процветание тебе и достижение новых высот». В педагогическом она училась сама, а после преподавала 16 лет, как и почти вся ее семья. Мы писали историю нашей династии, и оказалось, что общий стаж нашей педагогической династии 225 лет. Не только я здесь училась, училась здесь моя мама, мои тети, мои двоюродные братья и сестры, и, может быть, будут учиться наши дети». Сегодня социально-педагогический университет – это 10 факультетов и множество специальностей. Именно он дал жизнь многим государственным вузам в Самаре и стал кузницей кадров для тысяч преподавателей. Лучшим сегодня вручили профессиональные награды – медали Ушинского за заслуги в области педагогических наук, а также грамоты областного министерства образования и главы Самары. 105 лет назад вы были 4-м педагогическим вузом в стране, и с тех пор ваша судьба неразрывно связана с судьбой города. И очень радостно, что в это время вы готовите учителей, преподавателей не только для нашего города, но и для соседних областей. За 105 лет существования из педагогического университета вышли более 80 тысяч выпускников. Вуз, который сегодня отмечает свое 105-летие, был первым высшим учебным заведением в Самарской губернии. Тогда он назывался Самарский учительский институт. Он пережил две мировые войны, расцвет и закат СССР и другие переломные моменты в истории нашей страны. И сегодня свой юбилей он встречает в статусе Самарский социально-педагогический университет. Валерия Макарова, Максим Гусев, «События».